Друзья, всем привет! Привет! Нас с Денисом пригласили на завод «Невский фильтр». Поедем, посмотрим, вам покажем, расскажем, как, из чего и как изготавливают наши фильтра. Ну и, соответственно, я думаю, из этого выйдет довольно неплохое видео. В общем, для всех тех, кому интересно, приятного просмотра. Ну, а мы едем. Друзья, еще раз приветствую вас и хочу показать вам, как выглядит производство компании «Невский фильтр». Здесь мы видим автоматическую линию по производству салонных фильтров. Линия немецкая, очень дорогая, и по словам представителей компании, в России таких буквально единицы. Значит, автоматика гарантирует высокое качество производства. Также видите, само производство очень чистое, светлое, просторное, ну, приятное впечатление от производства. Также видите здесь Дмитрия, представителя бренда. Значит, он рассказывает Александру всякие нюансы и тонкости. Полное видео с интервью Дмитрия вы можете посмотреть на канале у Александра. Я приложу ссылочку в описании. Я решил не дублировать одну и ту же информацию, только заставку. Вот. Также вот видите помещение, готовая продукция, уголок ОТК, видите, нас даже одели в белые халаты, здесь женщины проверяют фильтра на качество, значит, отбраковывают или что там, ну, если это возможно, дорабатывают. Также на сайте компании указана следующая информация, что более 100 известных и крупных компаний доверяют. В частности, это АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, Минский моторный завод, Уральский дизель моторный завод, РЖД, Уралвагонзавод, Челябинский тракторный завод, Уралтрак, Волгоградский тракторный завод, Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов, Сибирская угольная энергетическая компания, Сургутнефтегаз, Газпром, Министерство обороны, МЧС и многие другие. Ну, список, на мой взгляд, более чем достойный. И интересный момент, который, ну, как бы нам не разрешили афишировать, но скажу вам так, по секрету, некоторые из вас, у кого свежие японские автомобили, на плановых ТО в ваши автомобили устанавливались фильтры производства данной компании. Не все бренды, но многие, значит, используют фильтры данной компании. На мой взгляд, это очень такой серьезный показатель качественности продукции. Компания существует с 96 года, достаточно уже приличный имеет опыт в сфере. Вот производит салонные, в частности, фильтра угольные с всевозможными пропитками, обычные угольные. Вот, тем, кто, не знаю, предубеждение имеет против отечественных, значит, масляных фильтров, ну, мне кажется, имеет смысл хотя бы использовать салонные, поддержать, скажем так, отечественного производителя, что позволит производителю развиваться, внедрять новые продукты интересные, о которых сейчас я вам расскажу. На мой взгляд, это очень интересная информация. Сами видите, да, желающие могут зайти в описание и посмотреть видео Александра полное. Так, и вот ту информацию, которую я хотел с вами поделиться. Значит, компания в данный момент, «Невский фильтр», в данный момент происходит тестирование и
проверка полностью синтетических масляных фильтров. Вот они представлены на фотографии, нам разрешили их сфотографировать. Чем они примечательны? Значит, привожу вам статью из наиболее, наверное, известного в мире издания в мире смазок и масел. Это «Смазка машин», издание американское, журнал американский. В нем есть статья, как правильно подобрать масляный фильтр для вашего автомобиля. Ссылку я также на статью приведу в описании. Она прекрасно переводится Google переводчиком, ну и читабельно. Здесь все аспекты масляных фильтров отражены. Устройство, размер фильтрации, стандарты для тестирования. Значит, ну, посмотрите фотографии разных фильтров, именно бумаги, целлюлозных, синтетических. И в этой статье приведена информация по данным подразделения AC Delco, это General Motors принадлежит, подразделение General Motors. По данным исследования, значит, смотрите, выявили по сравнению с 40-микронной фильтрацией стандартный масляный фильтр. Улучшение фильтрации до 15 микрон позволяет продлить ресурс агрегата в 3,4 раза. Представляете, это просто фантастика. То есть вот здесь на скрине написано: диоксид кремния – злейший враг вашего двигателя. Диоксид кремния, если кто не знает, это обычная дорожная пыль, 80% которой не видна вооруженным глазом. То есть мельчайшие частицы пыли, попадая через воздушный фильтр в автомобиль, попадают в масло и, циркулируя вместе с моторным маслом, выступают в роли абразива. Они очень маленькими там, повреждениями, значит, повреждают, попадая в пары трения, они повреждают пары трения и постепенно, как очень-очень-очень мелкая наждачечка, стачивают поверхности. Это является основной причиной износа. Вот, очень меня заинтересовало. Значит, да, в статье указано, что есть премиальные фильтры, полностью синтетические. И вот, видите, здесь, побывав на Невском фильтре, я столкнулся, вот, что не знал, кто делает вот такого качественные фильтры. Вот. Мы договорились, что будем следить за процессом тестирования. Будет очень интересно, если компании удастся внедрить данные фильтры. Это будет просто, кажется, огромное достижение для дорогих автомобилей, для автомобилей, у которых дорогие, скажем так, и сложные в ремонте, дорогостоящие двигатели. Очень-очень-очень важная и ценная, мне кажется, разработка. Так, здесь вы видите линию вот эту немецкую автоматическую. Вот так она выглядит. Причем компания использует свою бумагу, ну как свою, произведенную в стране. У нас здесь под Питером. Вот разнообразную, разные составы. Не только целлюлоза, но и целлюлоза с разными компонентами и смесями. По-моему, нам рассказывали, по-моему, 6 или 7 вариантов существует бумаги. Значит, ну, повторюсь, кто хочет услышать подробный рассказ от Дмитрия, представителя, значит, может по ссылке в описании открыть ролик и послушать. Я думаю, будет интересно. Основное, что я хотел с вами поделиться, такие моменты. Значит, это только часть производства. Компания производит также масляные, воздушные фильтры, респираторы. Ну, получилось рекламная компания, такое почти рекламное видео. Но как еще вы сможете узнать о интересном производителе? Много предубеждений на рынке существует. Люди предпочитают покупать продукцию азиатских производителей, хотя отечественные делают, на мой взгляд, не хуже.
возможно, иногда и лучше. Вот. И опять же, по стоимости, я думаю, что здесь есть преимущество, потому что отсутствует логистика, достаточно дорогая. По опыту могу сказать, что привезти там какой-то товар из Китая там стоит столько же, сколько товар этот в Китае стоит. Таможенные платежи, всякие НДС и все прочее. Ну, сами видите, продукция, значит, сейчас. Сам процесс я снимал. Ну, что еще могу сказать? Пишите, что вы думаете по этому поводу. Благодарю компанию Невский фильтр за приглашение, за возможность ознакомиться с продукцией и процессами производства, и перспективными разработками. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.